Привет, ты смотришь «Фастфуд», возможно, самые быстрые новости в мире. Поехали! Опубликован первый трейлер новой работы продюсера и сценариста сериала «Секретные материалы» Криса Картера. В Великобритании была опубликована единственная художественная повесть Чарли Чаплина, которая, как полагают биографы комика, легла в основу фильма «Огни рампы». Гильдия киноведов и кинокритиков России назвала «Географ Глобус Пропил» лучшим фильмом года. Американская компания RUMEDX, занимающаяся разработкой продуктов для военных и гражданских парамедиков, запатентовала лекарственный препарат, останавливающий кровотечение от пулевого ранения и стягивающий края раны за 15 секунд. Компания Sony, возможно, собирается продать свое подразделение по производству ноутбуков, сообщает агентство Reuters. Microsoft назвала имя своего третьего гендиректора в истории. Им стал Сатья Наделла, исполнительный вице-президент Microsoft Cloud. Популярный фантастический роман «Американские боги» авторства Нила Геймана экранизируют в формате телесериала, сообщает Deadline. Актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса в сериале «Друзья», получил роль в комедийном сериале «Необратимый». На юго-западе Англии, в популярном туристическом месте Лэндс-Энд, кролики откопали предметы эпохи неолита, возраст которых составляет примерно 8 тысяч лет. Получилось это случайно, так как древние артефакты пролегали рядом с кроличьими норами, животные просто выкинули их на поверхность вместе с комьями земли. На этом у меня все, увидимся завтра. Пока-пока.